ждем. Все пошло. Да, все пошло. Так, ну сегодня у нас такой. Всем привет. Всем привет. Такой. Да, да. Да, исторический привет, так сказать. Здорово, здорово. Окунемся в древнюю историю, познакомимся. Игры чем-то напоминают Adventure Island. Так как там тоже надо собирать фрукты. И без них же нельзя. Да. Так, ну все, поехали. А девушку-то мы не спасаем, получается. Там, по-моему, семью спасаем, не? Тут мы на самом деле добываем еду, питание. Не, там в конце, ну это в конце, там увидят потом, вот. Что там будет. Ну все, поехали. Давай. Михач, Егорка, это самое, доктор спрашивает, Егорку куда потевали? Он сейчас занятой, чувачок. Да, занятой. Прям занятой, ай-яй-яй. Кстати, музыка тут интересная. Я думаю, на тех компьютерах ее, наверное, никто еще не слышал. Так, мы играли, у нас там встроенный динамик был. Спикер. Да, вот через него, так сказать. Там звуки были ужасные. Ну вообще народу повезло тем, у кого была Амига. Там вроде как музыкальное оформление повеселее будет. Играть с Амиги. Вот это первая часть. Вот этот чувачок похож на нашего пацана, друга моего детства, с которому мы как раз и ходили играть в эту игру. Походу, это не случайно. Ну. Типа того. Проходить-то мы не проходили. Она для нас была очень мега сложная. Пошло дело. Вот от себя могу сказать, что, честно говоря, вот первая часть меня вымораживает управлением. Вот ты сейчас наткнулся на огонь, тут прыжочек, конечно. Да-да, с прыжками низкий. Тут через огонь это жесть. Тут нельзя не получить урон. Ну, можно, конечно, вот так вот я делаю обычно. Прыгаю, так сказать. А вообще, вот. Здесь прыжок такой. А вообще смысл тут в том, чтобы забить всех этих в пещерах динозавров. И тогда только можно в пещеру попасть. Блин. Пока в который прыжок именно такой, какой на самом деле. Физически такой. Физически, на самом деле, в персидском принце. Не, о, не, ну все. Вот, кстати, я пружину взял, это вот увеличивает. Ну, тут бонусов прилично, так сказать. Кстати, я тут покажу еще два бонуса, но я только на первом уровне знаю, на остальных пока вот не приходилось открывать. Да пошли вы. В чатике пока народ с Альфиной здоровается, обосновывается, стулья прибегает. Я так... 40 брать это на канале. Брать тут все не буду, только покажу пещеры, а брать... Ну, это жизни тратить. Поэтому я только некоторые буду показывать. Кстати, этот динозавр вроде и во второй же есть, да? Вот, кстати, ну, первый бонус. Да, такие есть. Такие есть, но они там больше на черепах похожи. Это Женя, первый бонус был. Кстати, да, только вспомнили про черепах, как нас посетил Жар, привет. Да, привет. Вот эти медведи нас в детстве очень бесили. Когда беру такие. Так, ну это я не буду брать. Тут
много прыжков. Ромику, победителю турнира, едет уже приз. Чувствую, чует мое сердце, долгий и тернистый будет этот путь. Приз? Да. Ну, макаки. Вообще тут все враги по уровням одинаковые, можно сказать. Вот вместо этих динозавров там просто чуть-чуть другое будет. О, время. Еще один бонус, так сказать. То есть тут еще и на время? А, 85. Да, кстати. Тут еще и на время. А контов нету, если что. То есть трасс... жизни выбивать нормально? Ну, есть тут пару жизней. Ну так за очки еще вроде дают. Как мило, на шаре. На жизнь уже пошел. Вот поэтому мы ее не проходили в детстве. До исторического... Эпохи, тупые. На шариках воздушных. Так тут, например, сказать... да, тут есть еще помимо этого, вот вместо всяких там яблок можно взять какой-нибудь этот коктейль там или калькулятор там. Ну да. Вот еще один бонус — это жизнь. Анг. Однако. Да, ну что там в чате пишут? Игра графики Sega. Женька замечает, что Почта России сейчас нормально работает. Ну, Жек, я как бы могу сказать, что она старается работать. Потому что посылки, которые у меня идут из-за границы, одна идет через Пермь, другая через Самару, третья через Владивосток. То есть они не на нашу таможню, а по всей России разбросали, чтобы плавно потом свести все в одну точку. Так, ну жизнь... Вот уже две жизни потерял. Вот и второй бонус. Говорят, игровой процесс убог даже для Денди. Ну, игрушка-то. Кому как. Это наша любимая была в детстве. Блин, а я вот с ней как бы... Я со второй частью сталкивался, а первую вообще не видел. Я помнил, по доисторической теме были какие-то вертолетики, и приходилось на этих вертолетиках перевозить людей с одного места на другую. Там стоит человек, говорит, нет, типа на первую базу. И случайно... Ты... Она случайно не Ух называлась? Возможно, возможно. Да, кто не знает, почему я еще собираю эти фрукты, тут вон вверху так, там полоска красная есть. Если так, ее не собрать, то тебя не пустят. А, ну да, это тебе надо пищу просто собрать на уровне количества. Стон философ, играя не на Сегу. Играя на комп, да, под операционную систему MS-DOS. На геймбое жар, говорит. Ну, там еще вариации были на Амстрад, ну вообще это, оригинал был на Амиге, на геймбое была Prehistoric Man на Advance, еще на SNES была Prehistoric Man, что-то такое между первой и второй, скажем так, то есть не между, а что-то среднее. Так-то я уже все собрал, но так, покажу пещеры просто. Ну и зря показал. А, ну тут... Бабайки, привет, говорят. Говорят, микрофон починил, получается. Да это как бы вообще... Микрофон-то у меня работал, оказывается, ты же в курсе, Серега. Да, Олежич, он потом подсоединился, позвонил, и вот прям как сейчас... Это кто-то по ходу дела у кого-то там... Работает в секретных службах и глушил. Да, и глушил мой сигнал. Ну вот первый уровень, сейчас будет босс.
Ну, боссы тут все такие ложки. Да, а, Михич, я говорил, я вчера в Солянке вначале немножко показал Мегаменов 9-го и 10-го. Ну, я посмотрел, вот там что-то было, да, вначале. Ну, вот просто папка пишет, Мегамен, Все. Отдавил пальчики. А нам в детстве просто проходили этот уровень только когда хватало жизней. Потому что приходили и долбили. Правильно. На пробел. Так они же сзади идут еще. Я вообще не помню насчет того. В эту игру я играл не мало в отличие от второй, хотя у меня было на сборнике 200 лучших игр. Я не помню, она сейчас, я посмотрю, была ли она на том самом 150 игр для детей. Вот прикольная музыка, кстати. Второй там точно был. Мих, чатик, я... это самое. Нет, там пока ничего не пишут, я это самое, просто отхожу. Появляться. Зарядился шуповерт. Сколько уровней в игре? Уровни 7. Уже на втором получается, да? Да, а это третий получается. А, так. Босса это тоже как бы уровень считается. Ага. Отдельный, в смысле. А маркировки нигде нету, да? Почему не имеет? Имеет. Не, ну на экране-то не написано, какое... Написано было. А, здесь-то на экране? Да, 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 да. Здесь нет. На компе, да, полно... Перед уровнем показывают, какой там начался. Философ, ну, да, на компе полно вообще добра выходило до... Ну, вот... конца 90-х, то есть... Ну, пока на приставках, на... 16 бит. Нет, точнее на 16 бит там полно, в общем-то, но выходило игр весьма эпичных. Даже классических. Скажем так. Поэтому. Если кто-нибудь знает секреты здесь, то подсказывайте. Я больше не знаю. Кроме как вот тебе? Этого бога, как там я читал, это называется, вот появляется это вот это. Мы ее грушей называли. А это какой-то там бог там еды или что-то такое. Тут я, к сожалению, пас, потому что я. По-моему, до сюда не доходил. А может и доходил, но, наверное, все заканчивается. Ну мы доходили, но. А, да, мы даже до босса доходили, только не проходили вот второго. Сюжет у игры прост. Не, тут есть какой-то сюжет, просто он не описывается вначале. Ну, он написан там, вот, скорее, в мануале, которого, естественно, у нас не было. Там, по-моему, этот чувак Сэм отправляется на поиски еды. Сэм? В общем. Да, по-моему, Сэм. Ну, судя по Prehistoric Man. Зараза, задавил. Тут пробел убить можно с этой игрой. Будет ли еще что-то помимо беготни и махания дубинкой? Вам еще на шарике надо кататься. Еще, ну, не только на шарике, еще еду надо. Еду собирать. Боссов мочить, еще на аэроплане летать. Вон, видишь, коктейль был. Это просто типа для смеха так сделано. Ну да. Во втором в этом побольше даже. Да, да, да. Особенно большие вот эти вот всякие груши там. А там еще. Холодильники. Да, холодильник там можно выйти. Когда до меня дойдет, расскажу.
Попадалась вам на досе игра Lollipop про куклу? Слушай, не помню. Вроде у меня на сборнике был, но я в него почти не играл. Не помню, честно. Отличается ли второй от первой? Ну, вообще отличается. Да и по графике там... отличается. Да-да-да, я бы сказал, он заметно отличается. Это-то вообще игра древнейшая. Это мы на 286-м еще играли в нее. Вообще нет, там и подревнее есть вещи, вроде Элли Кэт, там, Ли Диггер, там, в сегашной палитре на 4 цвета. Не, я понимаю, что есть да, еще длинней, еще старей, но это-то, разумеется, тоже... Прехистория как бы так... 91-го года выпуска с графикой, по-моему, довольно свеж в этом плане. О, об этого один раз ударишься и все. Да, джаз Джек Рэббит тоже хороший, действительно. Я его как-то стримил, но, честно говоря, не очень хорошее у меня впечатление об этом. Джаз это вообще бриллиант. А время кончается. Не хватает еды. А все, уже хватило. Хотя вроде все собирал. А, ну почти все. Вот, третий уровень пройден. Сейчас будет второй босс. Трицератопс. По поводу управления во второй части остановлюсь подробнее. Скажу, что в принципе есть там косяки. Хвост ему отбиваем. Хвост. Да, хвост. Ты его, по-моему, забиваешь. Ну тут просто чуть-чуть не туда прыгнешь и дотронешься до него, и труп. Разумеется. Ничего себе метод обучения. Чё там пишут? Вопросы? Да, чё вопрос? А чё герой, в принципе, похож на Сталлоне? А, вот, вопрос тебе был. Какой твой любимый персонаж в Мортале? Мортале? Угу. А, был этот... Как его? Рейн. Не знаю почему. Даже не Ермак, а Рейн. Вот зараза. В принципе, смотрю, жизни убивают более-менее. Ну, я думаю, мне это хватит. Это в детстве мы напролом шли, поэтому и не хватало. Ну да. И все равно как-то этот. Ну тут от. Никак урон не получить, а богоне обо что-то сложно. Да, тут от всего урон получаешь. Видимо, поэтому я, в общем-то, эту часть не оценил. Это был динамит. Убивает всех на экране. Так, а Prehistoric, в общем-то, да, он был и на том диске 150 игр для детей, так что его, в общем-то... Так, да. Там много всякого дерьма было.
Не, надо с того диска, я помню, как раз таки много очень даже вина и редкости. А, я сейчас помню, там была история забавная. Короче, я помню, сзади, короче, читал на этом диске. Там было SQZ «Приключения Бельчонка». Я такой думаю, нифига себе, надо поиграть. Распаковываю на свою четверку, и нифига она не спускается. Долго пытался что-то сделать. Короче, безрезультатно. А потом оказалось, что она под винду, и чуть ли не 3D ускоритель требует. Я помню, там было много игр этих... Как они называются? Это жанр-то этот. Ну, квесты всякие. Квесты? Это, по-моему, всякие космические в основном. Ну, может, не тот, это сборник был. Может, другой. Сейчас, в принципе... Потом я, в принципе, эту игру пробелку сквизал с ней, снизу, но... Вот что там делать. Я надеюсь... Слышно там, как я по клавиатуре долблю? Да, через скайп, да... Чат, не знаю. По поводу дня рождения, я помню, что она у меня не работала. Работала только, по-моему, вступительная эта заставка. А потом я тут недавно запустил, а оказалось, что это... Обучалка по-английскому, и... Чё-то особенного не было. Чему ты играешь на... Клаве? А не на Джое? Ну, наверное, потому что на Джое надо специально настраивать. И почему ещё на Клаве... Подключенный к ноутбуку, наверное, да? Да. Почему ты играешь на ноутбуке в DOS-игры? Почему не на четверке? Неправильно. Не лампово. Мыши убили. Все-таки вот зато насчет управления, если бы прыжки были бы чуть повыше, то они были бы лучше, чем во второй части, потому что тут, по-моему, вот этой вот инерции нету. Ну, да, это. Зато тут побольше бы уровней тогда уж. Все-таки она ж проходима. Ну да. Ну вот еще один. Сегодня тоже будет игра, в принципе, короткая. О, какая большая. Парень перспективный. Этому уже по морде надо настучать. Это я так уже. После научился проходить их без потерь жизней. Надавал по зубам. Блин, они, конечно, не сделали нормальный интермишн все-таки, и игра переключается в обычный экран каждый раз, это немного туповато. Ну да ладно. Ну что нам от старых игров? Ну просто бывает, там был интермишн уже и на те времена. Ну ладно. Как же не. Почему же не придраться-то? Так. Вон это груша.
Да тут так-то все, в принципе, одинаково сделано. Вот, например, вот этот вот серый чувак. Это прототип этого динозавра на первом уровне. Пингвины на втором, это те же вот динозавры. Красные, которые... Да сдохнет. Вот, кстати, тут интересно. Вот этих вот людей он не ест. О, нифига, вот эти чувачки, они во втором... там даже такие же спрайты использованы. Так он их даже не ест. Блин, вот... А, Рома предложил по поводу с игры через RTR на двоих. Блин, я не знаю вообще, возможно или нет, тем более там эмуляция, по-моему, кривая. Привет, пионерище. Такс. Ну что, в чате есть что-нибудь? Солянку вчера. Ну, может и... Да, ты профукал. А что, не помнит? Не видел? Ну я вчера тоже профукал, но... Не, ну ты же почему-то... Я только так после клубака пришел, такой посмотрел, что творится, и через какое-то время уснул. Меня уже вырубило. А, это ты... Это я так, да. Я думал, ты там сидишь и молчишь. А, так ты же отвечал. Ну я... Какое... Я говорю, я ненадолго там зашел. Поржал, все. Кстати, это последний уровень, если что. Быстро, однако. Ну, она же тем более еще и на время. Ну да. Вторая, наверное, чуток подольше будет. Ну, хотя... Даю. Не сильно. Ой, как сейчас обидно умер. Два раза подряд. Так об этот ударяешься и с первого раза умираешь. Ну да. А, ну тут жизнь есть, у меня их даже дофига еще что-то. Маловато я терял, значит. Так не скажешь, вроде и... Ну, запас карман не тянет. Да еще 6 штук. Вот так вот, да, посмотришь. Пока не поиграешь и не скажешь, что на хардкорме тут так легко проходится. А я вообще не думал, что я пройду, я поэтому на тебя и полагался. Ну вот видишь, я первый не проходил. Я вторую-то только вот буквально так отточил последний уровень к сегодняшнему дню и сотрется наконец-то сильно. Что посмотрим. Тут время. Ну это я уже брать ничего не буду, у меня полная. Полная штучка. Жратвы. А тут вот уже и конец. Б.
купили все-таки. Ну все. Все? Угу. Ну так и получилось полчаса. Минут 25 там. Не, где-то даже полчаса все-таки. Вот, видишь, он находит свою семью или кого там. Хотя, ну да, это может брат там. Попугаем. И все равно непонятно, что они там делали, или он домой шел, или выручал все-таки. Походу выручал все-таки. Да. Так, ну это было первое. А вот тут. Сейчас будем проходить вторую. Да, вторая, наконец-то. Давний был у меня реквест. Наконец-то сидите. Ну, я хочу посмотреть, кстати, как раз. Жаль, что секретов там, конечно, ты все не открыл. Ну, по возможности. Ладно, сейчас. Сейчас, далеко не расходитесь. Сейчас мы сейчас переключимся. Так, ну можно эту сворачивать. И пойдет вторая часть. Все, не уходите.